Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. Слава Ісусу Христу! Привітствую вас, я, брат Петр Куркевич, францисканець, капуцин, в нашій передачі прекрасної, а може для кого-небудь скучної, під заглавием «Кофе з капуцином». Продолжаем наши передачи про розарий. В двух предыдущих я начал говорить про политические, милитарные, исторические, социологические чудеса марийные впоследствии розарьевого общественного подвига. Хочу продолжать еще в этой передаче. Расскажу вам про два чудеса. Первое совершилось на Филиппинах. В 1972 году Филиппины стали государством тоталитарным. Перед очередными выборами президентскими, стоящий во главе государство Фердинанд Маркос распустил парламент, ибо закончилась его вторая четырехлетняя каденция, срок, и также начал ликвидировать свободную прессу, много тысяч оппозиционеров, диссидентов посадил в тюрьмы, а также 7 тысяч нелояльных офицеров и солдатов. Пробовал также заатаковать церковь католическую, но встретился с так жестким, решительным, твердым сопротивлением кардинала Джейма Сина, что оставил церковь в покое, имея и так много других уже ссор, проблем. Маркос боялся кардинала, ибо любил от своего пастыря народ. Кардинал Син говорил, и все его слухали и слушали. Когда обвинял уряд, когда защищал тысячи заключенных политических, слушался его даже Маркос. Благодаря ходатайству кардинала он освободил даже несколько сот заключенных перед Рождеством Христовым 1974 года. Кардинал всегда повторял, что изменения должны произойти не с помощью карабинов, но впоследствии революции сердечной, революции любви и веры. Ситуация на Филиппинах с году на год ставала более напряженной. Коррупция уряду, стагнация экономическая, растущая пропасть между богатыми и бедными. Но последней такой каплей, которая перелилась уже через край чаши досадности, горкости, это было убийство людьми президента Бенигна Аквино. Бениньо Аквино был парламентаристом, послом в парламенте, который распустил Маркос, был бескомпромиссным диссидентом, оппозиционером,
говорил громко про скандали, власть имеющие. Поэтому арестовано его как одного из первых 21 сентября 1972 года после провозглашения в стране военного состояния и военного часа, и просидел он в тюрьме около 8 почти лет в полной изоляции от мира. Начал сильно болеть на сердце, болезнь требовала хирургического вмешательства, поэтому Маркос согласился отослать его в Соединенные Штаты, чтобы в штате Тексас могли ему помочь и чтобы потом не разрешить ему вернуться из этого изгнания. Семья Акино поселилась в Бостоне, и Бениньо Акино посвятил 3 года на студия на Харварде, где приобрел много контактов с подпольем на Филиппинах, с подпольными подземными организациями на Филиппинах. Хотел вернуться на родину, но Маркос и его жена угрожали ему, что будет убит, если это сделает. В августе 1983 года Бениньо Акино był ubity w aeroportu w Manili, stolicy Filipin, kiedy wychodził z samolotu na płoszczu aerodroma. Nie uspił nawet stopaj nogą kasnąć filipińskiej radnej ziemi. Jego śmierć rozbudziła spiaszych już od 10 lat przebywających w apatii Filipińców i naród podniósł się politycznie. Kardynał Sin ubiedził gospodarzu Akino, żonę, wdowę po śmierci Бениньо Акино, так чтобы она возглавила, можно сказать, это политическое оппозиционное сопротивление. 22 февраля 1986 года президент, в принципе уже не президент, только сатрап, диктатор, издал приказ арестовать министра обороны Хуана Энрилья и несколько вышепоставленных военных, войсковых. И Энрилья вместе с генералом Рамосом, заместителем главкомандующего войска филиппинского, вместе с 300 военными спрятались и заперлись в казармах при автобаме Эпифанио де лос Сантос Эвеню возле бульвара Явления Всех Святых. Явления Святых. Они провозгласили, что будут бороться до смерти, но не отдадутся, не сдадутся Маркосу, в руки Маркоса живыми. Тогда позвонили к кардиналу и сказали, что «Эминенция, вы должны нам помочь. Если не поможете, через несколько часов нас уже не будет». Они знали, что хватило бы несколько танков,
или эскадра вертолетов с ракетами, дабы уничтожить их казармы и убить их. На полтора часа кардинал закрылся в часовне. Когда вышел, и знал уже, что ему делать. Через католическое радио Veritas, то есть истина, призвал людей, дабы защищали наших друзей. Выйдите на улицы, станьте между силами Энрила и Рамоса и танками, которые будут подъезжать. Люди услышали и ответили. Со всех районов города, со сламсов и с богатых кварталов плыла река толпы. В несколько часов на бульваре явления святых стало уже 2 миллиона людей. Пришли со своими семьями, с малыми детьми, и, что самое главное, принесли с собой розарии в руках. Пришли с молитвой на устах. И таким способом сочинилось вдруг великий розариевый марафон, молебень. Без конца пели марийные песни на спешно подготовленных алтарях. Священники и епископы совершали святую мессу, много святых богослужений. Люди упрашали помощи от Матери Божьей. Знали, что вооруженные по зубы армия Маркоса может их стереть на порошок. И так держались 4 дни и 4 ночи. В то же время в затворных монастырях непрестанно молились монахини. Кардинал Син сказал им: «Идите в часовню и молитесь с разложенными руками и поститесь, пока вам не скажу. Вам нельзя остановиться». 2 миллиона людей увидело с ужасом, как 25 танков подъезжает, а за ними бегут солдаты, 6 тысяч солдатов, вооруженных солдатов. Люди стали на колени, поклонились лицом некоторых к земле, и так продолжали молиться. В первых рядах на коленях стояли монахини, подняли вверх свои розарии и громко молились. Ну и вот сцены, чудесные сцены. Один танк остановился перед толпой, стоящей на коленях. Солдат смотрел долго и с восторгом, а потом, повернувшись к монахине, сказал: могла бы ли сестра молиться погромче, мои люди в танке не слышат. И когда монахиня это сделала, лицо солдата просто улыбнулась, появилась у широкая улыбка, а через несколько минут все танкисты присоединились к общей молитве. В другом месте танк остановился несколько метров перед старой филиппинской женщиной, которая на коляске инвалидской выехала перед толпу и сказала: «Можешь меня убить, ибо я и так уже пожилая, но не делай больно
этим людям. 13-летняя Риза со сорванными в саду цветочками стояла на колени и смотрела на танк, приближающийся. И, господа солдаты, пускай господа нас не убивают. Мы филиппинцы, как и вы. Танк остановился, солдат смотрел на нее долго, молча, а потом вышел из танка, подошел к ней, обнял, и она плакала, и он плакал. Семинаристы-клерики выходили напротив солдатов, солдатам обнимали их. Женщины и девушки делали бутерброды и также угощали солдатов. Некоторые спецслужбы бросали такие баллоны с газом, но несколько крат атака, газовая атака на толпу оказалась промахом, ибо вдруг изменялся ветер. Так что газ ударял, туча газа ударяла в этих, которые в спецслужбы. Это похоже было чудо на чудо под Лепанто в 1571 году, где неожиданно изменяющееся направление ветра помогало флоте христианскому, а не турецкому. Так и в Маниле. Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. Було також чудо артилерії. Був приказ Маркоса обстріляти з градами і з других пушок. Артилерійський обстріл зробити. Но солдаты или отказывались, или когда уже попробовали выстрелить, оказалось, что испортились эти пушки. Так что ни один выстрел не получился. В другом варианте не имели настоящей амуниции. В последний день революции избрана президентом госпожу Акино, а Маркос бегствовал из страны. Спрятался на Гавайях, где жил до смерти, то есть до 1989 года. Потом также спрашивали других солдатов, почему, в принципе, получилось? Например, главкомандующий эскадры вертолетов, которые должны были также стрелять в людей, сказал, что его коснулась благодать Божья, что он не мог этого сделать. А также много солдатов видело матерь Божью. Много солдатов. Явилась им Матерь Божья. Была очень красивая, глаза ее блестели. И эта красивая женщина, дама, госпожа, сказала солдатам: «Стоп, возлюбленные солдаты, не идите дальше. Не делайте больно моим детям». Тогда солдаты, увидев это и услышав, выходили из танков и присоединялись к народу. Кардинал Син во время, когда давали ему докторат honoris causa в Boston College, сказал, что он думает, что весь сценарий тех событий был писан рукой
самого Бога. И что вся помощь приходила через Марию. А мы, говорил кардинал Сим, были только актерами в драме, которую сочинял, организовывал кто-то совсем другой. Следующее чудо, и в принципе, так, перед последним, о котором я хочу сказать, это есть чудо американского монаха, который использовал в своей розарьевой крестном походе звезды Холливуда. Отец Патрик Пейтон, который умер в 1992 году, есть автором этого чуда. Вел он свою деятельность под лозунгом «Семья, которая молится, соединенная, соединенной остается». Был год 1942. Недавно освященный американский священник Патрик Пейтон читал рассказ сражения под Лепант. И тогда понял, что вот именно розарий, на котором молились солдаты, а также их матери и отцы, братья и сестры, мог закончить ту войну победой, и если повторить это, то розарий может закончить также вторую мировую войну, которая тогда была в половине своего ужасного движения. Семья Пейтонов была действительно домашней церковью. Была то семья Богом сильная. Это была семья, которая молилась ежедневно на розарию. Его отца Патрика Пейтона, на его духовность повлияло также одно чудесное событие с времен, когда был в духовной семинарии. Совсем неожиданно для него молодой Патрик имел ночью сильное кровотечение. Врачи на следующий день определили, что это последствия, смертельно опасные последствия туберкулеза, которого не распознано вовремя и который сделал уже свою злобную работу. Это означало конец мечты в службе священнической молодого Патрика. Был близкий депрессии. И тогда один из его профессоров, отец Корнели Хагерти, сказал ему слова: «Имеешь веру, но ее не используешь. Дала тебе ее твоя мать. Пресвятая Матерь будет для тебя добрая настолько, насколько ты сможешь высоко поставить и оценить ее доброту. Если думаешь, что она есть доброй в 50%, получишь 50% доброты. Если думаешь про нее, что она добрая в 100%, она будет добрая для тебя в 100%. Господь Иисус и Матерь Божья не делают столько, сколько могут. Причина есть наше убеждение,
что больше не смогут. Ограничиваем их через ограниченность нашей веры, через скупость нашей души, через наше малодушие. Пейтон начал молиться, стоя на кровати, на коленях. Стоя на коленях на кровати. И был очень... потерял много сил физически, поэтому... физических. Поэтому опирался руками об стену по обоих сторонах Маринова образа, который над кроватью висел на стене. Просил Матерь Божию, дабы даровала ему жизнь. Все силы свои вложил в розарий, в свое ежедневное 53 «Радуйся, Марии». Его молитва была так усильным подвигом, что после той ночи при кровати Пейтона остались на стене заметные следы его ладони. Неожиданно больной с дня на день начал чувствовать себя лучше и лучше, и скоро стал в целом здоровый. Понимал, что это благодать от Марии, что это дар. Начал, как священник, проповедовать духовные розарьевые упражнения. И суть его учения была такая, чтобы вы, как семьи, каждого вечера собирались вместе и показывали Богу, что хотите больше полагаться на Его силу, нежели на свою личную. Ваш семейный ежедневный розарий будет способом говорить Богу, что ищите прежде всего Его Царство, с упованием, что ваше царство, домашнее, семейное, супружеское, отеческое, будет вам добавленное, придастся вам. Пейтон был прагматиком. Посчитал, ну, как американец, посчитал, что если еженедельно будет проповедовать в приходе, который насчитывает себе около 5000 человек, прихожан, то на протяжении года смог бы приобрести для розарьевой молитвы максимально 150 тысяч людей. После 10 лет непрестанной работы 1,5 миллиона. Конечно, его это не удовлетворяло. И так народилась в его сердце идея круциаты, крестного розарьевого похода. Под заглавием, под лозунгом «Семья, которая молится, соединенная, соединенной так и останется». Пейтон и группа приобретенных ним сотрудников начала кампанию через письма. Хотели передать информацию и просить всех про молитвенную поддержку, особенно епископов. Пейтон не имел печатной машинки, поэтому диктовал свои письма ученикам в классе, в школе. Другие дети в городе делали сбор конвертов и марок. И таким способом 21 ноября, в праздник представления Пресвятой Девы Марии, в храме Иерусалимском посłania byli zaniesione na pocztę i wysłane je do wszystkich episkopów Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Potem takim же sposobem chciał poinformować wszystkich nastojatieli w Stanach. Письма должны были быть посланными 11 февраля
в праздник Матери Божией в Лурде, насколько, поскольку отец Пейтон имел манеру все делать в Марийные праздники. Проблема была такая, что перед Пейтоном лежала большая гора 12 тысяч конвертов и писем, но ни один конверт не имел марки. И опять Пейтон начал девятницу, новенну к Матери Божией, и вдруг Мария проявила свое чудо во время продолжения новенны, девятницы, на протяжении 9 дней начали к нему люди присылать даяния, мелкие даяния, мало забеспеченные люди присылали мелкие даяния, так что в праздник госпожи из Лурд, то есть в последний день девятницы, сумма собранных денег, это было $380, то есть столько, сколько надо было заплатить за марки, так чтобы можно было послать все эти послания, все эти конверты к настоятелям приходов. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». Ну, цього було мало для отця Пейтона. Тоді подумав про мас-медіа, про радио, телевидение, про билборды, про прессу. Заангажировал также известных актеров с Холливуда, звезды Холливуда, католических актеров, режиссеров, которые говорили свидетельства, чем есть Розарий и вера в их жизни. Это был очень эффективный метод. С дня на день, с недели на неделю миллионы людей начали обращаться и возвращаться к Розарьевой молитве. Эту круциату, этот Розарьевый крестный поход также одобряла церковь. Так что это принесло потом очень грандиозные эффекты, очень масштабные. Эти эффекты также перешли на другие страны и ввели отца Пейтона в изумление. Розарьевую семейную круциату, Розарьевый семейный поход приняли бельгийские епископы. Приняла Венесуэла, приняла Бразилия, приняла Филиппины. На съездах этого движения приходили миллионы людей. В Бельгии в то время записалось в этой семейной розарьевой круциате 90% католических семей. В канадской провинции Онтарио 90% семей также записалось в этой круциате католических семей. На съезде в Филиппинах участвовали 2 миллиона людей с розарием в руке. В Сан-Франциско и в Каракас в Венесуэле больше 500 000. В Рио-де-Жанейро в Бразилии 1,5 миллиона. Так что это был священник, который привел к Розарию, кажется, миллионы, если не больше 10 миллионов людей. И то людей, которые молились вместе, в малых группках, в малых своих семейных общинах. И сейчас последнее чудо, о котором я хочу рассказать. Оно совершилось в
Nigerii w Afryce. W aprilie 2015 roku pojawiła się kolejna rozarjewa krucjata, kolejny rozarjewy pachot, krzyżowy pachot. Nigeryjski episkop Oliver Dash Doem w swojej czasowni miał widzenie na modlitwie, kiedy przybywał, miał widzenie Jezusa Chrystusa, który передал ему, что розарий – это ключ к победе над терроризмом, над террористической организацией Boko Haram. Boko Haram означает, слово Boko означает латину, латинский алфавит, а Haram означает запрещен. Это означает, что это есть исламская террористическая организация, которая хочет запретить всего, что есть связано с алфавитом латинским. Она сопротивляется всей духовности Запада, духовности христианской, духовности латинской. I na to miejsce chce wwieźć zakon szariata, to jest pryncypy muzułmańskiej religii. Chce także zaprzeczyć wszystkim dostarczeniom zachodniej cywilizacji, jak na przykład także zaprzeczyć obrazowaniem. I jak instrument используje terroryzm, akty terrorystyczne, także wszystkie możliwe terrorystyczne działania. I celu Boko Haram obyczajnie bywają proste, pomieszczone chrześcijanie. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku, na przykład, ta organizacja ubiła około 1000 człowiek. W 2014 roku ona stała znana przez to, że każe się ubiła około 300 dziewuszek, których zachwyciła w szkole w sztacie Borno. Episkop Dash Doem był, jak ja już wskazał w czasowni, malił się przed Jezusem w Świętych Darach, malił się rozariem. Wdruk jawił się mnie Gospodź, mówi episkop. Jezus w начале niczego nie mówił. Pratianu tylko k niemu miecz, a on wziął jego od Jezusa. Kiedy tylko ja schwatił jego, ten miecz zmienił się w rozarii, skazał nigeryjski hierarcha. Dopowił, że Jezus powtarzył tak twardo trzy razy: Boko Haram iścieznet. I posłanie było понятne, żeby oswobodzić Afrykę od Boko Haram, od terroryzmu islamskiego, nada schwatić za rozarii. No i episkop zaczął od świeczeników swojej decyzji i od rozmowy z nimi, gdzie предлагал молитву на розарию. И действительно, не прошел месяц от первых действий епископа в плане рекламы розария в своей диецезии, как ситуация Боко Харам в Нигерии сильно пока
поколебалась. Потеряли они много ресурсов, потеряли они много своих бойцов. И официальные войска нигерийские вошли, внедрились глубоко в территорию, захваченную Боко Харам, спасая тысячи женщин, девушек, которые повстанцы исламские бросили, бегствуя, а которые собрали раньше, но ради сексуальных насилий, развлечений. В Акита Матерь Божья в месте явлений сказала: единственное оружие, которое вам осталось, это розарий. И знамение оставлено моим сыном. Ежедневно молитесь розарий. Молись на розарию почаще. Только я одна могу вас спасти перед несчастьями, которые приближаются. Те, которые мне доверятся, спасутся. Первые хорошие уже достигнутые епископом Оливером Даш-Доэмом последствия дают надежду. Не только Нигерия, не только Африка сильно страдает сейчас от ислама, но также Ближний Восток, также Азия. И не только христиане, хотя прежде всего. И сейчас также Западная Европа. Имеем меч. Имеем шабли. Хайда на коня. И наконец, как также неделю тому назад, хочу вас всех пригласить. Помните, каждого 13 дня, каждого месяца, то есть в день Фатимский, в день, в который, о котором Мария говорила всегда Луции. Мария говорила Фатиме две вещи. Молитесь ежедневно розарием. Это первая вещь. И вторая вещь — собирайтесь здесь каждого 13-го дня каждого месяца. И хочу сказать вам здесь на Украине и вообще всем, которые слушают этих наших передач, что независимо, где вы живете, в поселке или в большом городе или в мелком городке, поищите одномышленников, единомышленников, поищите людей, которые хотели бы, которые отважные, смелые. Возьмите с собой прапор, пошите прапор бело-блакитный. Это прапор Марийный. Мы есть войско Марийное. Пошите такой прапор и выходите на площадь 13 дня каждого месяца вечером в 19:00, например. И начинайте, и выходите с лампадками, со свечой, с лампадкой, не с факелами, с лампадками, со свечами. Так что прапор, свеча, лампадка, розарий. Это означает, что мы войско Марины. Это означает, что мы дети света, дети Духа Святого, войско Духа Святого. Ибо Дух Святой является вместе с Марией главкомандующим этой войной, этим войском. И начинайте от гимна. Когда польская хусария начинала атаку, шаржу, всегда пела гимн Марийный, гимн. Разрешите, я сейчас спою первые слова на польском языке. Буду петь вот такие слова. Богородица, девственница, Мария, прославленная Богом.
Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryjo. I oni zaczynali pieć etot gimn, etu pieśń, która dostygaje swoim naczałom 13 stulecia, 14, niektórzy mówią nawet 12, 11 stulecia. To pierwszy twór na polskim języku. I oni zaczynali ataku, zaczynali szarżu. Polskie rycerze, a potem polska husaria. Wy także zaczynajcie poja, na przykład Ukraińcy, pod twoją myliść przybiegajmy. To jest pieśń, która bazuje na tekście modlitwy, która jest, po razem mówią, z 3 stulecia, niektórzy mówią z starowa, a ja znam także, że jest ubieżdżenie, że ona dostyga nawet 1 stulecia i w oryginale oznacza pod opieku Twojego pościa przybiegajem Bogorodica. Tak to zaczynajem z pieśni, pajom, a potem zaczynają wojować. Zaczynają wojować. Spraszywałem, kto jest odkuda. Spraszywałem, jest li prawosławnie. Spraszywałem, jest li grekokatoliki, rimokatoliki, jest li protestanty i soответственно do proporcji будем молиться пропорционально соответственно до пропорций, кто с какой церкви, будем так и молиться определенными тайнами. Каждая тайна это Отче наш 10, радуйся Мария, слава Отцу, потом молитва ангела и потом молитва отдачи себя и нас всех и вообще всех непорочному сердцу Марии. И сейчас каждая тайна может быть в другом стиле. Может быть, Отче наш есть в одном стиле, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, также в одном стиле. Но насчет радуйся Марии может быть римо-католический стиль. Может быть также византийский стиль. То jest немножко inaczej, prawda? A można także zrobić taki protestancki, a la protestancki styl, kiedy mówimy raduj się Marię pa-katolicki, pa-rimo-katolicki, no tylko do słowa Jezus. Już nie mówimy to w drugiej części. I jeśli będą przychodzić protestanty, moja prośba, żeby także 1/10 była w taką protestanckim, w kawyczkach, żanrze, żeby ja nie mogli присоединиться, чтобы они могли громко говорить. Ибо первая половина «Радуйся, Мария» — это есть цитата евангельская из Евангелия от Луки. Это есть приветствие Архангела и приветствие Елизаветы. Так что, дорогие друзья, прошу вас, собирайтесь, прошу вас, воюйте. Это очень важно. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». Так, і на заключення нашої передачі, і щоб вас ободрити к совместной молитві, добавлю еще несколько таких чудес, которые, скажем, пускай не будут в ранге чудес, но пускай будут как свидетельства. Первое свидетельство помощи Марии ради Розария – это дивизион канадских воздушных сил, который боролся с первого июня 1940 года
боролся с немцами, и с этого дивизиона никто не погиб. Единственная причина, почему ни один самолет не был истреблен, ни один самолет не был уничтожен немцами, артиллерией или самолетами немецкими. Единственная причина, на которую можно показать, это есть факт, что все летчики этого дивизиона канадского ежедневно молились розарий. Чаще всего вместе, чаще всего, если летели самолетами, то в своих самолетах. Начало это их командир Фултон, который пришел и к каждому из них вручил розарий и сказал, что если будем молиться ежедневно вместе этот розарий, никто из вас не погибнет. Пресвятая Дева Мария поможет нам вернуться всем счастливо в Канаду. И действительно все вернулись в Канаду в 1945 году, то есть почти 5 лет боя и никакой смерти. Второе такое чудо произошло, такое свидетельство с одного из приходов польских. Об этом говорил один из польских епископов, епископ Збигниев Крашевский, который умер в 2004 году. Говорил про приход, кажется, в местности Церанов или в местности Гарнак в Польше. Настоятель этого прихода 1 сентября 1939 года сказал людям, что Гитлер – это человек одержимый, и он сделает очень много зла в Польше и в Европе, и что погибнут миллионы людей, и Европа будет уничтожена. И спросил прихожан, хотите спастись самому, и чтобы ваши дома, хозяйства спаслись. Jest spasienie. Tym spasieniem będzie przychodzkoj rozarii. Jeżdniewna, wieczorem, przed Jezusem wystawionym w świętych tajnach, będzie jeżdniewna aż do końca wojny. A nie znałem, skolka ta wojna będzie przedłużaca. Jeżdniewna będzie malica rozarii. Przygłaszają wszystkich na etot maliebień. Jego przychod nasitywał sobie około 7 tysięcy przycharzan. W naczelie молилось немного прихожан. Война продолжалась вместе 6 лет. И продолжался 6 лет этот розарий в костеле. Но с временем приходило больше и больше людей. Они заметили, что никто с прихода еще не погиб. Хотя в соседних приходах, в соседних поселках и городках уже люди погибли. Мало этого, немцы никогда не появились в этом поселке. Мало этого, потом оказалось, что хотя в других приходах некоторые были такие приходы, которые потеряли даже 80% своего селения, населения. И в этом приходе не погиб никто. Мало этого, люди, которые попали в плен или к немцам, или к россиянам, они все пережили свой плен и освободившись, вернулись потом домой. Некоторые были в концлагерях, некоторые были в сибирских гулагах. Все они вернулись домой. И действительно, розарий закончили тогда, когда закончилась война. То есть, дорогие, посмотрите, небо смотрит на нас. Небо смотрит. Если будем бороться за Украину, если будем бороться против войны, против чужих войск,
jeśli będziemy borować się przeciw także wewnętrznych wrogów, przeciw korupcji, przeciw aborta, przeciw ateizmu, przeciw gender, to niebo nas posłuchaje, tylko nas powinno być dostatecznie mnoga. Следующее свидетельство чуда это есть 6 августа 45 года в Хиросиме неподалеку от места срыва атомной бомбы спасется 8 иезуитов. Эти jezuity żyli niedaleko, a znają, że w radiusie pół kilometra od epicentra pogibli wszyscy. Eti jezuity w swoim monastyrze jeżedniewna także malili z rozariem i oni должны byli poginąć ili w awrymie zrywa atomowa, ili potom впоследствии болезни через эту энергию атомную, но они хотя доза этой энергии 200 крат была больше, нежели безопасная доза, тем не менее они nie pogibli, ani dożyli wsie, dożyli pożyłowowa wozrosta i wsiu żyzni byli zdarowymi. No ani jeżednie w namalili z rozarii i żyli tej misji Matki Bożej Rozariowej i z Fatimy. Ludzi w Хиросиме не пережили даже в трамвае. Это было в радиусе, в расстоянии 750 метров от этого места срыва. Выжила Эйко Таока и 9 других личностей в трамвае. Но они потом погибли от сильного от этой энергии, которой зарядились их плоти. В Хиросиме иезуиты, а в Нагасаки также монастырь францисканский, построенный святым Максимилианом Мария Колбе, был не был уничтожен. A jak to произошло? Kiedy w 1930 roku w Nagasaki przyjechał święty Maksymilian Maria Kolbe w mieście z dwoma sobratiami. On przywiózł z sobą statuę nieporocznej Marii i wszyscy предлагали jemu, żeby on построił swój monaster niedaleko katedralnego sobora, gdzie kstati żyło w tym rejonie żyło mnoga chrześcijan, około 15 tysięcy chrześcijan. No, kiedy on posmacił na płoszczet niepodaleku katedry, on skazał, zdjęć nie możemy stroić monasteria. Skoro padiot siuda, padiot zdjęć ogniony szar i unicztorzyć wszystko. Maksymilian Maria Kolbe jeżednie w namaliusa rozarii. Bomba pała na kafedru, потому что это był obiekt, który rozpoznał lotczyk. A monastyr ojca Kolbe potrzebował lisz tylko okna. Потому что Максимилиан не построил в близости, только подальше от кафедрального собора.
I rozarii gawariat także zakluczony je w koncłagierach, kaznionny je w jazni. Rozarii dawał im sił i to inakda mnoga, mnoga lat, jak na przykład chrześcijanom w kitajskich tiurmach, które po 12 lat держали при жизни и на плаву перед депрессией как-то спасались и потом утверждали, что помощью в этом был для них розарий. Одним словом можно сказать, что розарий имеет силу. Это молитва, которая может нам помочь. Поэтому еще раз предлагаю вам, чтобы мы использовали, чтобы мы сделали это восстание, розарьевое восстание, розарьевую войну, войну против наших грехов, войну против наших предков грехов, войну против грехов нашего народа нынешних, войну против грехов наших власть имеющих и богатых людей, которые влияют на нашу жизнь, и также против грехов соседних народов, особенно наших врагов нынешних, которые воюют с нами, против их агрессии, против их нашествия, чтобы мы начали эту войну. Я вас приглашаю подняться, я вас приглашаю сделать восстание, сделать войну. Но это мирная война, это только Отче наш, это только «Радуйся, Мария» или «Богородице Дева, радуйся». Благодатна Мария. Это лишь только слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это лишь только молитва. Но небо нас услышит. Также обращаюсь к священникам. Также, если будут слышать эту передачу, обращаюсь к нашим добрым епископам. С этой просьбой, чтобы если вы увидите хорошим, увидите это нужным, даже необходимым, чтобы вы помогли этому народу подняться. Народ украинский почти 1000 лет не может подняться, прорваться. Нам нужно чудо, нам нужна помощь от Бога. Нам не нужен уже розарьевая революция. Думаю, что нам не нужен Майдан. Мы видим, что это ни к чему. Нам не нужен Богдан Хмельницкий или Мазепа даже. Нам не нужна украинская повстанская армия. Потому что все они не помогли так на самом деле. Не смогли. Помочь хотели, но не смогли. А они, возможно, имели хорошие мечты, хорошие желания, но этого мало, сил, ресурсов было мало, геополитики было слишком мало. Наша земля лежит в ужасном положении геополитическом, как почти никакая другая. Поэтому нам нужна помощь из неба. Поэтому прошу всех также отцов епископов, владык, чтобы подняли народ, чтобы пригласили своих епархиан, своих диецезиан. И вас, священников, прошу, чтобы вы подняли своих прихожан и чтобы вы повели их 13-го и сами вышли и повели на это сражение, на этот бой. Мы есть окрыленное ангельское войско. Мы есть армия Богородицы Девы. Белая, блакитная армия. Нам надо собраться, нам надо ударить на наших врагов. Первым из этих врагов есть наши личные грехи. Но если мы это сделаем, я надеюсь, что можем в справедливости, можем ожидать милосердия Божьего, можем ждать чуда.
Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Спокойно.